один вопрос. Это много или мало? Всем привет, меня зовут Юля, и сегодня мы все еще отвечаем на этот длинный тег. Итак, девочки и мальчики, мы идем к следующему вопросу, и он будет короткий, 11. Сколько времени вы набирались опыта в хобби? Ну, получается, с первого класса, наверное, да? Ну, все это было, мне кажется, уже на сегодняшний момент не сильно не сильно актуально, поэтому я скажу так, что реально, сейчас, секундочку, надо будет поправить одну штукенцию. Что я не туда посмотрела, но ничего. Все, один крестик надо будет поправить. Так вот, как долго я набиралась какого-то там опыта? Ну, я скажу так, что прям, чтобы это стало моим постоянным хобби, это 2009 год, сейчас 2009 год, начало, вялое начало, но начало. Сейчас 2021 год. Я не могу сказать, что у меня есть там прям супер-пупер 10 лет опыта за плечами. Нет. Потому что я то вышивала, то не вышивала. Но так прям, чтобы насильно, постоянной основе, я вышиваю с 2014-15 года. То есть 5-6 лет, может быть 7, у меня так вот в стадии. На стадии хобби есть вышивка крестиком. Именно вышивка крестиком. Больше никакую другую я не хочу. Является ли это большим стажем или нет? По меркам YouTube или не по меркам YouTube? Каждый решает для себя сам. Много это или мало? Все это именно так. Вот такой ответ на мой вопрос. Точнее, наоборот, ответ на вопрос номер 11.